МММ использует так называемые биткоины, виртуальную валюту, курс которой сегодня сенсационно взлетел вверх, обогнав даже юань. Китайские власти в шоке. Репортаж шефа пекинского бюро вестей Алисы Романовой. Чтобы вступить в проект, нужно заплатить $10 и купить на бирже биткоин. Потом отправить его другим участникам в качестве взаимопомощи. В Китае Центробанк не признает биткоины валютой. Рассчитываться ими нельзя, но инвестировать можно. Больше половины виртуальной валюты торгуются именно в этой стране. Если верить сайту Мавроди, МММ уже и в Африке МММ, и еще в 100 с лишним странах.